Як завжди, позитивні і веселі гості у нас Олександр Єрофєєв та Олена Кравченко вже завітали. Доброго ранку. Доброго. Ну, можу сказати, ви, напевно, в тренді чорний, так? Іменно. Так. Ви теж в жовто. Так, так. Ну, ми такі всі трендові. Ну що, говоримо про те, що буде модно цієї осені, так? І перше запитання, думаю, банальне. Кольори. Які ж будуть кольори популярні? Да. Палитра, как всегда, в принципе, особо не меняется, просто какие-то цвета выходят на первый план, какие-то немножко отодвигаются. Ну, безусловно, то, о чем мы начали наш разговор, с того, что черный. Черный. Черный, он везде, во всех возможных вариациях. Опять-таки, ваш желтый. Все оттенки золота, металлические цвета, кожа, вот цвет кожи, нудовые оттенки какие-то. То есть серо-голубые, серо-голубые, серо-синие, они такие акулии их называют акулий, в этом году, голь. Да. Не особо броские, больше уходящие в, ну, в спокойную гамму. А какие кольори, давайте на русском, какие цвета из прошлых сезонов актуальны будут? Вот, ну, опять-таки, нуд, вот, телесные все оттенки. Бежевые. Бежевые, все остается, да, то, что было. В принципе, опять-таки, тот же бельевой стиль. Вот, о чем я хотела спросить. Он, опять же, перешел плавно из прошлого сезона, да, в этот сезон. То есть он будет актуален еще в этом сезоне? Вот я вчера что-то пыталась там рыться, смотреть бельевой, вот с Голливуда на подиумах везде. Да, открываем плечи, оголяем плечи, одеваем кружева и идем в свет. А на него одеть что-то теплое можно или нет? Ну, пока что еще тепло, пока начало сезона, вот то можно. А потом, безусловно, это пальто, манто, кстати, мех. Интересно, в этом сезоне я вот слышала, что если раньше на вот что-то такое кружевное, рюшное, такое богемное одевали, это вот классика, это меха и пальто, то в этот раз это какие-то стеганые куртки. То есть вот такое вот с улицы курточка и вот что-то такое дорогое, красивое. Тут интересное это сочетание. Вот это пошло смешение, наверное, от того, что мода больше стала формироваться не в модных домах, а она пришла с улицы в модные дома. Вот эти вот моменты, да. А если говорить о тканях, какие будут более актуальны? Ну вот бельевой стиль, да, мы поняли, вот эти шелки, а еще? Фактура. Выходят на первый план фактурные ткани, которые имеют не гладкую поверхность, а какой-то рисунок, плетение яркое, такое крупное. Фактура нескольких переплетений разноцветных нитей. То есть это достаточно яркий сейчас. Бархат. Бархат, он, да, очень глубокий, теплый. Да, и он очень актуальный сейчас. Но вообще сочетание нескольких фактур, вообще сочетание в одежде, то есть сейчас предлагают модные дома вообще одеть на тоненькое шелковое платье, гольф, например. То есть это интересно. Может какой-то даже антитренд такой. Или под платье одеть свитшот тоже, что вот такое что-то, вроде бы казалось бы, это да, как нижнее одеть на верхнее. Да. Что-то вот. То есть поменяли все немножко. Так, мода как-то сходит с ума, что ли? Да, скорее всего. Она продолжает сходить, уже долго сходит. В какой-то момент она дошла до определенного пика, и вот пошло, понеслось уже что-то такое невероятное. Это когда уже все самое интересное придумали? В эпоху Инстаграм, вот, ну, да. что может еще вот такое быть невероятное, как кроме вот, ну, вот что-то такое сумасшедшего? Действительно, сумасшедшего. Ну, да. Вот все тут мы уже увидели на фотографиях этих, в одном профиле 1000 чем-то фотографий, как бы мы уже все увидели. Мы должны на чем-то зацепиться, что-то зацепляемся мы только на чем-то таком вот авангардном, необычном. Поэтому интересно. Кстати, вот картинка воланы, да, очень актуальные воланы, их сейчас буквально и юбки, и блузки, и платья, везде должны быть воланы, и чем больше тем лучше этих воланов. Банты возле шеи, как у Леопольда. То есть вот многие... это вот сейчас мы видим котики. Котики, да, это кто любит. Птички, да, тут птички. А вообще вот даже тренд какой-то с котиками, такими очень даже какими-то они там не да, Дольче Габбана, там целые принты такие, прям вот эти коты, всякие шеи, леопарды. Такая, да. Кошачья мордочка. Вообще. Сумочка в виде как кошачьей мордочки, котика. Да. То есть как-то детско, сумасшедше, непонятно. Да, игра в моду больше. Вот летом мы с вами как раз говорили о том, что лимоны какие-то, да, скатерти. Вот я только вот хотела все напомнить. И теперь вот эти лимоны ушли, и теперь у нас появились зверюшки. Птички, кошечки. То есть то же самое, только звериные принты. То есть можно смело брать у дочки сумку в виде кошечки и идти себе в люди. А мех? Будет ли мех? Это будет искусственный, яркий, одноцветный? Что ну, это? Так как у нас развивается Greenpeace, то, конечно, многие эко-кожа,
все эти меха, искусственные меха, но все-таки натуральный мех, он останется в премиум сегменте. Безусловно, опять-таки, зависит, где вы живете. Если вы живете где-то в Калифорнии, конечно, вам шуба особо погоды не строит, а если вы живете где-нибудь на севере, то явно вы в натуральной шубе вам будет теплее, чем в искусственной. Поэтому разноцветный мех. Любые цвета, какие угодно, лама, рукава, воротники, подолы, просто как украшение кинуть на плечо, то есть мех впереди. В тренде, да? Вот вы говорили о бархате, ну это такое сложное, как по мне, не всегда угадаешь, вот как быть. Ну он больше вечерний, да, он так и остался там, да, никто так его в повседневности и не будет носить, в принципе. Он очень затирается, да. А в прошлом сезоне эти... пальто оверсайз, такие безразмерные, бушлаты. Что бушлаты делать? Кожаную остается. Куртку, вот чтобы быть в тренде этой осенью. Пальто оверсайз или бушлаты, что? И бушлаты то, и все. Стёганки, да. Вот стёганые эти курточки, которые, они тоже оверсайзные, они могут быть бомберами, они могут быть курточками, всевозможная длина. Да, ну вот стёганка, она в тренде. При том, что она особо как бы, ну, необычная, что ли. То есть она такая очень повседневная. Но ее везде, и в пир, и в мир. Узкое пальто одеваете, например, длинное до щиколотки, вы сразу визуально станете меньше, более высокий рост. Оденете широкое оверсайз пальто короткой длины, вы подчеркнете свою худорбу, например. Давайте оверсайз. Может, кто не знает значение этого слова, раскроем. Это большой размер. Безразмерный. Да, безразмерный. То есть один человек может разных размеров войти в одну и ту же вещь, как бы, что заведомо больше вас априори. А пальто-плед тоже можно? Безусловно. Безусловно, да? Да? То есть можно одеть. Ну, он не особо как бы в тренде. Ну, может. Но опять-таки, это тот же оверсайз, который как бы замотались там и да, можем, там, да, если посмотреть, все может быть. Все может быть. Это фантазия. То есть фантазия, то есть мода вообще это фантазия. То есть вот вы увидели, что-то вам понравилось, забрело в голову спокойно. То есть не нужно замысливаться, ах, боже, это будет что-то не то. Можно а так и будет что-то не то. Кто-то увидит на улице, увидит что-то не то. Кто-то увидит, скажет, о, ничего себе, какая модная штучка. Вот она, как мода творится, понимаете? А вот хорошо, кто-то собирается на шопинг, да, перед новым сезоном 5 вот основных вещей, которые нужно приобрести, вот, которые должна иметь модница в этом сезоне. Вот блузка, юбка, брюки и пальто. Ну, это смотря еще, да, куда. Куда, да. Это база, от которой отталкиваются. База, а там уже как бы по модным цветам и по модным каким-то фактурам. К тому же осень – это период, когда появляется больше аксессуаров, возможностей, больше, чем летом. И сумки, и шарфы, и разные палантины. То есть летом немножко ограничен он выбор, он больше в цветах и в оттенках там каких-то. А здесь как бы мы уже... расходимся в большом количестве аксессуаров, поэтому вот дополняем образ. А я вот читала, что броши снова популярны. Броши, да. Всякие вот такие интересных форм. Такие, они и звериные всякие там, эти насекомые могут быть, да. Ну, классические броши Шанель, они вообще не уходили из моды, такие бабушкины, как мы говорим. Да, да. Вот все особенно... Ну, броши, они все бабушки. А есть что точно, что не нужно покупать? Вот должно же быть что-то такое, что не будет модно в этом сезоне? Вот вообще такое анти-анти-анти-тренд. Анти, ну знаете, в каждый тренд он анти. И каждый анти-тренд он тренд. Да, мы тут уже очень сложно. Здесь очень сложно сказать. Все так сложно. Столько много стилей, которые, например, нельзя. Мне кажется, это больше, вот может быть, вещь, которая неплохая, но, например, вам не идет. Или, например, там другому человеку не идет. Да, то есть, если вам не подходит. Это точно не надо покупать, потому что вам не идет. Вот оно супер модное, но вот это что-то. Лучше не надо. Да, плохо. Вот вы видите зеркало плохо, лучше не делать. А обувь? Как обувь, острый носок. Острый носок. Да, острый носок остается. Да, да, да. И как пишут все интернет-издания, что мол, он красиво удлиняет ногу. Извините, с нашими там 39-ми размерами, куда уже удлинять? С нашими тротуарами на минутку. Тоже не очень удобно. Да, кстати, тротуарами, и это еще и лаковое. Особо, да, вот. Снова, да, лаковое, длинненький носочек. Пошли. Шпильчик. Пока дошли до работы, мы его уже поковыряли. Толстый каблук тоже возвращается. Вот на сапогах, да, вот эти толстые. Да, а это такие подчеркивающие мужественность, если вот сверху что-то такое вот
такое вот мужское, то вот мы подчеркиваем еще и вот этой вот такой платформой, которая еще сохраняет. Да, вот если вернуться немножко, например, к тому к анти-тренду, то все-таки вот на задний план немножко ушла милитари мода. То есть как бы ее чуть-чуть отодвинули. Нельзя сказать, что это совсем плохо, но вот да, одно время как раз бум ее какой-то был, да? Больше, да. Поэтому она пока что старайтесь избегать. Если вы не идете на прогулку куда-нибудь в парк или в поход, то старайтесь. А мне вот очень интересно, шорты вот часто носят у нас осенью коротенькие, такие высокие сапоги под шорты. Как с этим быть в этом сезоне? Вот особо в Николаеве у нас так любят девочки ходить. Ну, это особо николаевская. Да, это мировой антитренд, наверное. Мировой антитренд. Я думаю, что, в принципе, оно даже может быть какой-то шокирующий элемент. Но просто у нас это что-то такое уже обычное, обыденное. Мне кажется, что пока мы не доносим эти сапоги, эти шорты, уже не затрем их в дыры, мы будем их носить. Потому что сапоги купили, наверное, дорого. И надо их носить пока, чтобы они себя купили. Ну и сезон это мода свадьба. Ой, мода, говорю. Сезон... Осень свадеб, да, заговорилась и с вами, как здесь. Очень актуальная тема, что там в свадебных платьях, пышные, не пышные, по фигуре, вот очень интересно. Ну, свадебная мода, она достаточно, так сказать, старорежимная, она не меняется быстро. Ну, есть маленький, есть вот просто... этот бохо элемент, который вот сейчас вошел в моду, и как вот с лета, и, в принципе, по-моему, в прошлом году он чуть-чуточку начал входить. Вот это оно и держится. Много невест вот крестьяночки, платья, вот эти, знаете, это корсет, какая-то пышная юбочка. Какую-то простоту, такая, да, расходит. Простые да. ткани, то есть такой немножко сельский вариант, то есть, но при этом, опять-таки, ну, я говорю, что мода, она все-таки свадебная, она... Мы ушли от очень пышных платьев, перешли, да, в какие-то очень узкие. Если мы вернемся немножко назад, мы вспомним, как наши бабушки в каких выходили замуж в ровненьких таких платьях. А, у них такие платья ночнушечки. Да, то есть вот, в принципе, мы сейчас приходим к этим ночнушкам, но вот нет такого, вот каждый сезон они прям не обновляются. То есть все-таки силуэт одни и те же, ткани там какие-то, может, элементы. Какие-то оттенки да, обычные, определенные. Да. Вот, ну, все-таки на простоту сейчас, да, действительно много. Много, да? Сельский гламур такой, да. Простой. Ну, давайте итог. Очень много информации сказали, тяжело запомнить. Давайте 5 вот основных таких пунктиков сезон осень 2016. Цвета. Это запоминайте все цвета металлические сейчас. Оттенки, да. Золото, серебро, медь, черный, желтый, спокойные монохромные оттенки, образ монохромный. Да, охровый, кирпичные вот эти. Да. Вот у нас есть горчично-желтые такие вот оттенки. Вот обувь, острый носок. Острый каблук для сапогов – это толстый каблук. Рюшики. Рюшики, банты. Баланчики, кукушки. Кошечки, птички, твид, фактурные ткани. Ну и ваш характер, какие-то ваша очки фантазия. Еще, кстати, бабушкины такие большие, да, как, у Людмилы ну, как у Людмилы Прокофьевны, это вообще другая тема, там а-ля там форт вообще был, а вот такие что-то большое такое, а-ля муха-цокотуха тоже, вот я вот даже смотрю на картинки у нас, да, и какой-то показ тоже смотрела, там вообще они такие невероятно большие были. Ну, короче, да. В общем, будьте смелее, всем боюсь, да? Да. Ну, да. Ну вот мы видим, да, на картинке сейчас ягуар такой, да, большой. Кстати, вот интересно, еще хотела сказать по вот всем показам, которые проходили осенние, зимние, они все были, ну, если посмотреть, то они все были оформлены в виде сказки. И все дизайнеры предполагают, да, что это будет вот такое что-то сказочное, такое фантазийное. Ну, то есть вот не надо особо серьезно относиться к моде, относитесь к ней как вот к чему-то такому волшебному. Ну, в общем, вот так вот и делайте сказку своими руками. Да. Ну, я для себя вывод такой сделал, что залезли в гардероб, нарылись, что нарыли, да, что сегодня сказочное захотели, то и одели, да? Да, главное, вот чтобы она подходила, вот. Да, особо не... Спасибо вам, у нас Александр Ерофеев и Елена Кравченко были в гостях, наши дизайнеры, наши умнички, всегда на позитиве, четко, с толком, теперь мы знаем, что нужно носить.